Выявить заболевание на ранних стадиях его развития позволяет диспансеризация, которая проводится в Ленинском районе уже несколько лет, и гражданам не стоит игнорировать это мероприятие. Просто надо найти время для того, чтобы проверить свое здоровье. 19 марта в муниципалитете успешно стартовал единый день профилактических осмотров. Около 400 человек тогда посетили поликлинику. День прошел успешно, пациенты остались довольны, были выявлены подозрения на наличие хронических заболеваний, подозрения на заболевания, о которых люди и не знали, и направлены на дальнейшие обследования. 23 апреля в субботу приглашается на диспансеризацию так называемое неорганизованное население. К этой категории граждан относятся домохозяйки, пенсионеры, неработающие люди и все желающие. Ждать мы будем неорганизованное население с 8 часов утра до 14 часов. Диспансеризация – это важное мероприятие в нашей медицине. Человек бесплатно может пройти диспансеризацию в удобное для себя время и определиться с наличием или отсутствием у него хронических заболеваний. По вопросам прохождения диспансеризации можно позвонить во взрослую поликлинику по телефону 8 495 541 4001.